Пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов является экспертом в комбинировании передвижения и захвата. Денисов – левосторонний борец. Когда он противостоит правшам, он использует круговые движения в своих формах захватов. В первую очередь, он стремится бороться за контроль над отворотом, прежде чем он будет пытаться доминировать в захвате за рукав. Его предпочтительные захваты с высоким отворотом и рукавом являются относительно традиционными. Успех в быстром освоении этих захватов стал результатом высокой интенсивности движений и некоторых уникальных трюков с кумиката. Это означало, что Денисов регулярно оказывался в позиции для броска. Все его любимые техники – тайотоси, косо-тогари и учимата – выполняются именно с этим захватом. Впервые в программе «Суперстар Дзюдо» Денисов раскрывает все о своем кумиката против соперников в противоположной стойке. Разберитесь в стратегии и формах захватов, которые он использовал для доминирования в захвате за отворот. Простые, но очень эффективные приемы, которые имели решающее значение. А также формы движений, которые были настолько эффективны. Денисов также расскажет о своих любимых разминочных играх с использованием кумиката, прежде чем вы получите шанс увидеть, как он использует свои приемы на крупнейших мировых соревнованиях.